78 квадратных метров. Это вот первая комнатка. Вот такая вот комнатка. Два дивана. Один диван. Второй диван. И кресло. Плюс вот такой вот вид. Вид достаточно такой хороший. Там набережная. Ночью даже видно Коу-Шариф. Вон сейчас даже ее вот видно. Эти башенки. Не шумно, честно, не шумно. Говорят, что шумно, нет, не прочувствовали. А кондиционеры достаточно приятно, дверки закрываются. Здесь вот длинный коридор. Вот смотрите, какие картинки здесь. Симпатично так. Картины. И здесь я, привет. Вот у нас гардеробная. В этой комнате. Это еще одна комната. В данном случае это была наша комната. Гладильная доска. Кондиционер. Вот такая вот здесь большая кровать. Шкафы с вешалками. Тоже вот такой вот вид. Хороший. Выходя из этой комнаты, мы попадаем опять же в коридор и ванна. Ванна такая большая, с баком. То есть, если воды не будет, будет горячая вода, стиральная машинка, ванна большая, зеркало со всеми принадлежностями. Выходим отсюда. Идем в кухню. Такая вот скамеечка. Идем на кухню. Вот такая вот большая кухня здесь. И тоже выход на лоджию. По кухне есть электрический духовой шкаф, газовый. Хотя, может, и не электрический, я не знаю, мы не пробовали. Мы не включали его. Мы в основном пользовались кухонной, вот этой вот верхней поверхностью, газовый чайник кипятили, микроволновая печь. Здесь вот и вытяжка, и все, и набор посуды. Столик вот такой вот. Есть туалетка, вот нас 5 человек, в принципе, мы пятером здесь укладывались. Все нормально, все хорошо, нам хватило. Холодильничек. Такой вот вместительный. Ну, площадь квартиры большая. У нас вот лодка. В целом достойно, нормально, без каких-то там излишеств. Ну, все есть, комфортно, расположение доступно и в центре города, поэтому рекомендую.